Вы смотрите «Вестник Северодвинска», и мы продолжаем. Операция завершилась успешно, но пчелы не выжили. Накануне мы рассказывали о северодвинской семье, столкнувшейся с настоящим диким роем пчел. Разрушать семью спасатели не решились. Впрочем, выход из ситуации нашли. Позвали пчеловода из Рикосихи, а у жилищников попросили автовышку. В жизни пасечника Александра Ивановича такое приключилось впервые. Сегодня он выступил не только как эксперт в пчелином деле, но и как спасатель. Управляющая компания предоставила вышку, и операция по спасению пчел стала реальной. На высоте 4-го этажа Александр Иванович и сотрудник аварийно-спасательной службы убрали соты, построенные за лето пчелами. Скажите, как вообще так получилось, что вот рой в центре города? Этого я даже не знаю. У кого-то на балконе, наверное, живет. У нас и тепличные есть, там два. Все пчелы там полно. Раньше при Советском Союзе было 400 ульев. Раньше это. Я не знаю, сколько сейчас. Все разъединили. А так сталкивались с такой ситуацией, что в городе вот? Нет. Нет. Спустившись вниз, всех ждало всеобщее разочарование. Пчелы погибли от голода. О чем свидетельствуют пустые соты. Насекомые построили гнездо слишком поздно и не успели запастись медом. По словам пасечника, рой можно было спасти, приехав на пару недель раньше.